Жуткая авария произошла днем 30 сентября возле микрорайона Светлого в Екатеринбурге. Столкнулись самосвал КАМАЗ и рейсовый автобус номер 083. Выезжая на главную дорогу, водитель самосвала не уступил автобусу и лишь в последний момент сумел вывернуть руль. Но полностью избежать аварии не удалось. Автобус получил серьезное повреждение, у него распорот бок, выбиты стекла, сломано несколько пассажирских кресел. Салон местами засыпан вывалившимся из самосвала песком. В ДТП чудом никто не пострадал. Водитель грузовика был зажат в кабине, которую при ударе частично смяло. Он смог выбраться из кабины сам. Пассажиров в автобусе было немного, они находились в салоне на противоположной стороне. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии.